Друзья, всем привет! Сегодня сделаем необычную лестницу своими руками. Для этого нужно куча обрезков доски, немного инструмента, хороший защитно-красящий состав, желательно 3 в одном, и часик времени. Лестница у нас будет по трем направляющим сторонам. Максимально простая и доступная для повторения каждому. Поняв, что у меня будет 3 ступени, готовлю доску на каркас. Высота ступени будет около 20 см. Ширина ступени около 42. Удобно, практично и безопасно. Напилив доску, начинаю собирать основной каркас. Нижняя доска у меня размером 50 на 150, длина 120. Вторая уже доска 50 на 200, длиной 80. Третья тоже 50 на 200, длиной 40. Соединяю доски саморезами 6 на 90, прикручивая на косую. Также для жесткости каркаса напилил дюймовки 25 на 100, с помощью которой усилю свою конструкцию. Далее собираю боковые части лестницы. Тут уже 2 ступени, поэтому беру направляющие 40 и 80 сантиметров и стягиваю все на саморезы. Дальше идет примерка. Определяю длину всех ступеней с учетом вылета на 2 см по бокам и спереди. Длина тут может быть у всех уникальна. Все ступени буду делать из доски 50 на 200. Нарезаю все ступени. Нарезав все ступени, закидываю их на стол. Далее их нужно освежить и отшлифовать. Сделать это быстро можно с помощью болгарки. В работе мне помогает UCM K-ANG, родина бренда Южная Корея. Ходовой 125 диск. Плавный пуск для легкой и ровной работы под нагрузкой. Имеется защита от обратного удара при заклинивании диска. Защита от непреднамеренного пуска, а также защита от перегрузки. Резка плитки и камня, зачистка сварочных швов, удаление ржавчины. Угловая шлифмашинка от бренда K-ANG поможет справиться со всеми поставленными задачами. И более подробно можно узнать по ссылке в описании. А мы спустя 20 минут и замены двух десятков шлифовальных дисков освежили доску. Далее берем в руки фрезер и снимаем фаски.
Теперь готовим все ступени покраски. Обработав все ступени, выждал сутки и начинаю собирать всю лестницу. Использую оцинкованные саморезы 5 на 90 со свободным ходом для лучшей фиксации и притяжки ступеней. Также дополнительно промазываю ПВА-клеем D3, он тут водостойкий, чтобы все было надежно и как единое целое. Сборка всей лестницы заняло около 10 минут времени. И вот готовая, удобная, красивая и необычная лестница готова. Пишите свои мысли, друзья, в комментариях, что бы вы сделали по-другому или что не хватает. Подписывайтесь также обязательно на телеграм-канал. Там весь контент выходит сразу с места событий. Я уверен, каждый для себя найдет что-то полезное. Ну а я вам желаю хорошего настроения. Еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока-пока!